Сегодня мы приехали на жилплощадку, это буквально в 500 метрах от украинских войск, то есть от линии фронта. И первый день перемирия. Сегодня первое число, 1 апреля, день шуток, но как-то не весело. Почему? Потому что несколько дней подряд мне звонила вот эта замечательная девочка Машенька. Из-за того, что кушать у них в доме нечего, мы как-то семье этой уже помогали, привозили подарки на Новый год. Но положение семьи не улучшается. В связи с отстрелами и тому прочее, работы нету, и где-то кормить надо. Пособие родители получают очень маленькое, ну, вернее, мама у них только одна. И буквально недавно мама похоронила свою маму, бабушку, и родную сестру. То есть у обоих инсульт. Это все случилось вот в том месяце, в марте месяце 2017 года. И вот сегодня, благодаря замечательным людям из Норвегии, благодаря группе «Помощь детям Украины» из Норвегии, под руководством замечательных таких людей, как Игорь Губарь, Арина Опсал, Надежда Фетисова и много других замечательных людей. Мы купили им продуктовый большой очень набор, для того, чтобы каким-то образом они могли продержаться, ну и чтобы у них что-то было кушать. Вот мы смотрим продуктовый набор, у нас здесь все самое необходимое. И детки, я думаю, скажут огромное спасибо народу Норвегии за то, что они помогают и помогают деткам Донбасса. Спасибо.